Зима только началась, а у Клішеве начали рыхтоваться до дожинок. Менавіта Клішев принимает областный фестиваль працовников вёски 2017 года. Покуль подрыхтовка на стадии распрацовки и затверждения агульного плана доброго порядкования. Уже вызначены объекты, которые кардинально изменятся до наступного свята урожая. У Клішеве на гэтый мясцовый парк особливые планы. Тут повинны усталявать композицию. Правда, что это будет, покуль трымаются у строгим сакрете. Час еще есть, але и справы вельми шмат, кажуть у Клішеве. Самое складанное – все разрешить, затвердить план деяния. Тому зараз на початковом этапе подрыхтовки идет тесная работа с областными уладами. Кличевские специалисты працуют с проектными институтами, рыхтуют варианты оздобления. До прикладу разглядается пропанова пофарбовать кожную улицу у свой особистый колер. Некоторые пытания доброго порядкования будут выносить на громадское обмеркование. Будет завершена реконструкция детской школы искусств. Большой объем работ будет проведен по нашему районному дому культуры. Определенные работы будут проведены и по объектам образования, по детским садикам, по школам, по центру детского творчества. Дом культуры, який станет галовной пляцовкой фестивалю, чакают кардинальные змены. Повеличится сцена, з'явится сучасное обсталяванне. Сами кличавляне дажинки бачать, як свой особливый шанец для позитивных зменов у городе. Мы же здесь живем, как партизанский край. Все обходит стороной. Все где-то красиво происходит, а у нас тут ничего. Конечно, более красивше станет, я думаю. И радость, и для начальства местного будет нагрузка большая, потому что предстоит большая работа. Есть у попередних планах и добраупорядкование узбережья раки Ольса. Плануется организовать два додатковые места отпочинку для воды. Татьяна Дмитриева, Виталь Алексеенко, Новини регион.